Ну что, друзья, доброе утро. Обещала экскурсии вам, бус. Экскурсии. Ой, конечно, не все любят мои экскурсии почему-то. Но что-то интересное показать хочется. Сегодня мы поедем смотреть город Пираз, потому что сегодня у нас не очень много времени свободного, есть дела. Вот, посмотрим город Пираз. Ну что, друзья, аутфит следующий. В принципе, я уже вообще не знаю, что надевать, потому что все цветы уже закончились, и покупать новые вблизи абсолютно нельзя. Вот, поэтому как-то так. Скоро, надеюсь, все-таки поедем. Мы приехали в Пираз, чтобы смотреть окрестности. Я все-таки очень рискованная девушка. Я только что записалась на завтра красить себе корни в местном салоне. Посмотрим, что это получится. Надеюсь, что что-то хорошее все-таки. Вот, если что, у меня есть с собой розовый шампунь. Буду им исправлять дело.
Ну что, вы готовы услышать мой супер счастливый отчет? Нет, счастливо не будет. Вот, как можно заметить, короче, куда-нибудь приду в другое место, где посветлее. В общем, мастер довольно профессиональный в плане нанесения. Все очень быстро, за 2 часа, вот ровно 2 часа прошло, я уже в номере. Делать все очень быстро, в принципе, наверное, это классно, с одной стороны. Но с другой стороны, я тут слегка блещу. Моя мастер, которая уже лет 15 не больше хожу, она делает все достаточно долго, то есть часа 4, наверное, бывает и 5 мы красим волосы. Вот, в принципе, по такой же системе. Когда делается быстро, конечно, это классно, экономия времени и так далее, но все получается какими-то рывками, как-то дергано, знаете, ну, короче, не кайфанешь так особо. Вот, то есть немножко как-то так грубовато, что ли, сказать, но зато быстро. Вот, к блондерану претензий нет. Вообще, кстати, волосы мягкие, но мне их не выпрямляли, а просто феном уложили, что, кстати, ну, я не стала ничего уже просить. Вот, потом я сказала, что мне нужно, чтобы они были немножко розовые с серебряным. Вот, в итоге мне нанесли краску, я покажу фотку, или даже, по-моему, там видео у меня есть. И было очень-очень розово, поскольку я не знаю, что за краска, что за мастер. И один товарищ ненавидит розовые волосы в этом номере. Я начала бояться, хотя, вы знаете, я обожаю розовые волосы. Вот. Ну, короче, я не знала, что ждать, поэтому я говорю, слушайте, у меня не будет слишком розовые волосы, может быть, мы их смоем. И она говорит, ну, типа, ок, давайте смоем, раз вы боитесь. Вот, потому что, она говорит, если бы мы их выдержали до нужного времени, они были бы равномерно вот такие вот розовые, что мне, например, нравится. Но, опять же, нравится не всем, как бы, ок, буду в Голландии красить розовые, у меня уже все для этого заготовлено, чтобы сделать даже супер ярко-розовые волосы. Как я люблю. Вот. На самом деле, я начинаю прислушиваться к мужикам своим, когда они дают советы. Вот сейчас вы мне сказали, что я более стала такая нежная, женственная. На самом деле, я начала меньше краситься. Я начала это делать еще в России, но вот, когда встречаю, как сказать, одобрение того, что я делаю, и начинаю замечать, что правда, на самом деле, мне так лучше. Я сама уже к этому начала приходить еще в России, потом мама мне сказала, подруга сказала, а мужчина сказала, я поняла, что, в принципе, наверное, правда, и мне сейчас стало больше самой нравиться. Вот. Ну, короче, мы смыли их раньше времени, поэтому вот как бы корни у меня всегда корни более яркие, корни очень яркие, вот, концы недостаточно яркие, то есть они отличаются. Но что я хочу сказать, мне нравится сам оттенок, понимаете? Ну вот он, видите, не совсем равномерный, но он красивый. Сейчас в темноте, на свету, конечно, наверное, сильнее заметный, я не знаю. Хотя мы вышли на дневной свет, и сразу какая-то прохожая женщина говорит, вау, ваши волосы! Я говорю, блин, ну что, я заплатили денег? То есть, в принципе, оттенок симпатичный должен быть. Когда он подсмоется, она говорит, ну, пару раз помоете, он отмоется. Ну, то я как бы, в принципе, знаю, ну, блин, ну, как бы вот с этим ходить? Как бы не очень. Поэтому я даже не знаю, какой сказать отзыв. А, в принципе, краска прикольная. Ну, конечно, не хотелось бы из салона выходить вот в таком виде, полунакрашенном. И тут уже мне говорят, сейчас кровать отдельно тебе попрошу, чтобы принесли. Вот. Так что, ну, короче, я не знаю. Хотя, в принципе, работа неплохая, знаете, и волосы мягкие. Пахнут приятно, это, конечно, не самое главное, но, в принципе, выглядят неплохо сами по себе волосы, ухоженно. Но, конечно, вот этот оттенок, он тоже красивый, блин, вот что самое обидное, сам по себе очень красивый тон. Я даже зафоткала, что это за тон. Вот. Кстати, кому интересно, могу вам выложить как-то Strawberry, как-то там он называется, наверху второй. Фотку я сделала, так что, вот, если не поленюсь, ставлю. Вот, и, в общем-то, не так уж вроде как и плохо, но не знаю, что делать. Но, короче, надеюсь, что все-таки отмоется, по крайней мере, не сама, потому что так меня выломала сама краска. Она говорит, он смоется, будет красивый оттеночек такой, перламутровый. Ну, как бы пока что не совсем, конечно, как бы хотелось. Ну, вот как-то так. Вот, кстати, цена вопроса 70 евро здесь стоит, ну, по крайней мере, куда я ходила, прямо здесь в центре. Ну что, надеюсь, всегда будет более успешной и вкусной, чем моя покраска. Сегодня у меня такая вот монтенегрийская, или как она называется, тарелка, плата. Взяла попробовать закусочки местные и мой уже полюбившийся салат с авокадо и тунцом. Первый раз, когда я заказала, когда я только приехала, мне принесли аж целое авокадо, это было так кайфово, а теперь его приносят только по несколько кусочков.
Всем доброе утро. Посмотрите, какая я супер розовая изнутри. Если задрать волосы, конечно, жесть. Вот, пошла сейчас завтракать. Кофту новую сегодня надела, померила. Что-то замерзла. Лежу тут такая вся, без фильтров. Думаю, надо показать себя людям.